О счастье и креативной экономике будут говорить в Югре сегодня в рамках международного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» состоится онлайн-дискуссия. Участие в ней примут в том числе и зарубежные эксперты. Они познакомят с уникальным опытом развития и оживления городов. На примере реальных кейсов зрители увидят, как творческие индустрии формируют инновационную среду, а креативные люди с уникальными талантами создают импульс оживления территорий. Секция «Счастье и креативная экономика» пройдет в 16 часов.